Здравствуйте, с вами Ира Мищук, и вы на канале Ира Готовит. А приготовлю я сегодня очень вкусную печеночку, куриную печенку. Мой муж обычно не любит печенку, но этот рецепт ему понравился очень. Поэтому приготовьте, получите удовольствие от этого рецепта. Нарезаю печенку на маленькие кубики. Предварительно ее хорошенько помыла, освободила от крови, освободила от желчи. Нарезается она очень легко и просто. И перекладываю в миску. Нарезаю лук. Нарезаю лук маленькими тоже кубиками. Половины большой луковицы вполне достаточно. И отправляю в печенки. Добавляю яйца. Солю по вкусу, перчу, тосканские травки, очень люблю их. Хорошенько перемешиваю и добавляю муки. И опять хорошо замешиваю. На хорошо разогретую сковородку наливаю подсолнечное масло и выкладываю ложкой печенку. Печенку с луком. Сочетание потрясающее. Получаются такие котлетки или блинчики размера одной ложки. Поверьте, съедаются мгновенно. Блюдо очень вкусное. Готовится очень быстро. И съедается тоже быстро. Очень советую приготовить. Добавлю зубчик чесночка. Чеснок придает свой аромат и свой вкус. Ну, вовнутрь печенки не кладу чеснок, так как он дает неприятный запах изо рта. А когда чеснок просто рядом на сковородке, он отдает весь свой аромат, и эти котлетки пропитываются чесночком. Получается очень вкусно. Жарятся они по несколько минут с каждой стороны. Побалуйте свою семью такими вкусностями. Напишите в комментариях, вам понравились такие котлетки печеночные?
Подписывайтесь на мой канал, делитесь моими видео. Ну-ка, ну-ка. Давай попробуем. Выглядит шикарно. Очень вкусно, очень. Кушайте вкусно, приятного аппетита!